Послан человек из Москвы в Вологду. Вологда – это город такой, в России есть. Проходит он каждый день 40 верст. На следующий день вслед за ним послан другой человек, проходящий 45 верст в день. Когда второй догонит первого? Все просто. За первый день, когда вот этот вот ничего не делал, расстояние стало равно 40. Значит, каждый день будет догонять на 5, и за 8 дней, ну, то есть с самого первого момента пройдет 9 дней, а тот, кто вышел, он будет 8 дней догонит. Между прочим, интересно посмотреть, на каком расстоянии будут они в этот момент от исходной точки. Смотрите, надо фактически 9 умножить на 40. 360.